Петроградская страна, сердце Петербурга, старейший исторический район города, с которого, собственно, и начиналась его история. Городу сему наречем имя Петербург. До наших дней на Петроградском острове сохранилась и первая жилая постройка северной столицы, домик самого Петра I. Красно-кирпичное здание с металлической кровлей, футляр. Сама деревянная постройка петровского времени скрыта от посторонних и непогоды внутри. В ней все напоминает об увлечении царя голландской архитектурой, и даже не скажешь, что это аккуратного, но более чем скромного вида жилище было без малого первой в городе резиденции монарха. Царь во дворца! Царь во дворца! Эта достопримечательность не единственный отголосок первых дней от основания города, дошедший до нас. Кое-что обнаружилось совсем недавно и, как водится, почти случайно. В Петербурге обнаружили захоронение строителей северной столицы. По крайней мере, большинство специалистов уверены, на сытном рынке нашли останки тех, кто возводил город. На Петроградке у старейшего городского рынка Сытного, который еще раньше именовался куда менее привлекательно Обжорным, во время археологических работ были обнаружены останки приблизительно 250 строителей города. Ученые полагают, что все они бывшие крестьяне из северных и восточных губерний страны, отбывавшие трудовую повинность в первое десятилетие строительства Санкт-Петербурга. После обнаружения исторического захоронения на месте раскопок запретили возводить запланированный ранее отель, а скелеты в итоге захоронили в общей могиле на Новом Колпинском кладбище. Идею же местных жителей организовать на пустыре Сытнинской улицы сквер с вечным огнем и памятным знаком в честь людей, возводивших город, Смольный, однако, не поддержал. Нет. К слову, нужно иметь в виду, что севернее Петроградского острова располагается еще и Аптекарский остров. Хоть многие это условное деление часто опускают. А мы, в свою очередь, сегодня также включим его в нашу прогулку. На юге Петроградский остров граничит с Заячьим островом, на котором располагается колыбель Петербурга – Петропавловская крепость. Эту часть города принято также относить к Петроградской стороне, однако мы сегодня туда не заглянем. Дело в том, что остров хоть и невелик в размерах, но истории в его багаже точно хватило бы на отдельный выпуск. Взять хоть 90-е. Было там и помпезное перезахоронение останков Николая II и членов его семьи, памятный визит в крепость английской королевы Елизаветы II, одноногий террорист, захвативший Петропавловский собор и угрожавший ему взрывом, всевозможные любопытные мероприятия и фестивали, проходившие на территории крепости. Так что про все это расскажем, когда заглянем на Заячий в какой-нибудь следующий раз. Начнем же сегодняшнюю прогулку мы, пожалуй, с реки Карповки. Она – один из рукавов Невы, отделяющий Аптекарский остров от острова Петроградского. Рыбный род семейства Карповых к названию водной артерии отношения не имеет. Происхождение современного гидронима связывают с древним, еще финским наименованием реки, обозначавшим или дремучий лес, или ворона. Единого мнения на этот счет нет. Аптекарский же остров, что расположился вдоль северного берега реки, получил свое название в честь устроенного на его территории еще при Петре I аптекарского огорода. Подобные огороды предназначались в первую очередь для выращивания лекарственных растений и полезных овощей к императорскому столу. Некоторые виды семян, саженцев и сортов целебных трав Петр для огорода привез сюда даже лично из Амстердама. Позднее петербургский аптекарский огород превратился в роскошный ботанический сад, где в оранжереях и цветниках и до сей поры выращивают уникальные растения. Побывать здесь можно с экскурсией, которая в один момент перенесет вас из холодного Питера в настоящее тропическое лето. Для посетителей сада, кстати, доступен и магазин по продаже отбракованных экземпляров и излишков саженцев. Ассортимент его непредсказуем и изменчив, но если повезет, урвать получится что-нибудь действительно эксклюзивное. Восточная часть набережной реки Карповки сегодня – один из нагляднейших образцов того, как при определенном старании и упорстве может выглядеть любая набережная в городе. В сентябре прошлого года официально завершились работы на участке от улицы Чапаева до первого медицинского университета, где раньше был безлюдный пустырь, а теперь же возникло новое общественное пространство. В результате имеем практически влажный сон Ильи Варламова. Здесь появились новые скамейки, урны и были высажены кусты. В скором времени, надо полагать, здесь установят и памятник умершим в пандемию медикам. Об этом свидетельствует соответствующая табличка. Ну а мы же тем временем двинемся дальше.
Летом 2019 года на аптекарской стороне набережной Карповки у 19 дома произошло ЧП. В канализационном коллекторе погибли двое. Одним из погибших оказался известный белорусский блогер Павел Шпунтенков. В злополучный коллектор он и его проводник, петербургский диггер Алексей Кулаков, спустились для изучения канализационных ходов Петроградки. Специалисты после трагедии, сделав замеры, выявили в колодце серьезное отклонение от нормы содержания кислорода. Его на дне, по подсчетам, должно было быть около 20%, но по факту оказалось только 8%. Ютуб-канал Павла назывался «Дорога к фильму», и каждый его ролик, по замыслу автора, приближал его к мечте – съемке собственной художественной кинокартины. Через год после трагедии близкие Павла разместили здесь, у места его гибели, камень и памятную табличку. Чуть в стороне отсюда, на противоположном берегу Карповки, прервался земной путь и для лидера и идейного вдохновителя отечественной улан-удэнской панк-группы «Оргазм Нострадамуса». Музыкальный коллектив этот в определенных кругах и до сей поры хорошо известен в России. Хоть еще в начале нулевых скоропостижно скончался сперва автор музыки группы, гитарист Александр Архипов, а спустя всего полгода автор текстов и вокалист Алексей Угол Фишев. Произошло это в ноябре 2003 года. В помещении, находившегося здесь некогда на берегу Карповки, опять же таки культового в Петербурге рок-магазина «Дохлая рыба». Сохранился и снимок, сделанный там всего за несколько часов до трагедии. Как позднее установило вскрытие, причиной смерти Угла стала алкогольная интоксикация. Творчество андеграундного музыканта, несмотря на его смерть, не забыто и сегодня. К примеру, когда в 2018-м земляк Угла рэп-исполнитель Дмитрий Кузнецов, ака Хаски, неожиданно для аудитории расширил рамки аранжировок своих песен, появилась даже шутка, дескать, в улан-удэнского рэпера вселился мятежный дух умершего улан-удэнского панка. В свою очередь, сам Хаски сперва посвятил Углу видеоклип на песню «Поэма о родине». Внимательный зритель в его видеоряде обнаружит кадры с настенным цитированием строчек из песен «Оргазма Нострадамуса», а позднее свой новый полноформатный альбом «Хашханок». Там, где кончается ослепительный клюк, там начинается тусклый свет. Если меня вдруг по пьяни убьют, мне снова будет 0 лет. В западной части Аптекарского острова, недалеко от места слияния Карповки с Малой Невкой, расположился Ленинградский дворец молодежи, возведенный здесь еще в конце 70-х. Высотка в архитектурном комплексе «Гостиница» была сделана в очереди первой и предназначалась для прибывающей в город иностранной молодежи. Вторая же очередь, уже непосредственно сам дворец, был подарком для молодежи ленинградской. Хоть и напоминал скорее лишь просторный холл перед отелем, правда с большим и камерным залами и зимней оранжереей. Принято считать, что образцом для подражания архитекторам послужило здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Что же до шара, венчающего архитектурную доминанту, это вовсе не задумка проектировщиков. БУшный нефункциональный декоративный символ позаимствовали у метеорологов за ненадобностью. И так как в советское время в гостинице останавливались иностранцы, это притягивало к ней, во-первых, валютных жриц любви, а кроме них, конечно, и фарцовщиков, подпольных спекулянтов, занимавшихся перепродажей дефицитных импортных товаров, добываемых у фирмачей-интуристов. Карден! У нас в Союзе 2-3 единицы таких. Регулярно у входа дежурили и сотрудники милиции в штатском, пресекающие незаконную деятельность своих сограждан. Иными словами, здесь бурлила своя интересная жизнь, о которой большинство рядовых ленинградцев знало лишь понаслышке. В 1986 году на сцене Дворца молодежи прошел музыкальный фестиваль «Спасем мир», а еще через год, в июне 87-го, и пятый ежегодный фестиваль ленинградского рок-клуба. Кроме выступления хорошо известных сегодня команд, мероприятие запомнилось и скандалом, вызванным учиненным на сцене непотребством от музыкантов группы «Автоматические удовлетворители». Объективно, ничего из ряда вон выходящего в тот вечер на сцене и не произошло. Уже спустя несколько лет в эфирах отечественных телеканалов контент демонстрировался и куда похлеще. Однако в далеком 87-м, в стенах Ленинградского дворца молодежи, к фривольной и развязной манере поведения музыкантов из автоматических удовлетворителей на сцене, многие оказались не готовы. Противно вспомнить, когда заиграл ансамбль, волосатые юнцы начали визжать, трястись, как ненормальные.
После выступления в ЛДМе за хулиганство в общественном месте вокалиста АУ Андрея Панова даже арестовали на 15 суток, что вообще-то было делом вполне обыденным для панков советской поры. Таковой была ожидаемая расплата со стороны государства с активными деятелями молодежного протеста. А что вы задержали сегодня? Ходил, плевался. Ходил, плевался, да? Да. В апреле 91 года в Ленинградском дворце молодежи прошел и первый в Советском Союзе рэп-фестиваль «Рэп-пик-91». Событие во многом стало знаковым, впервые объединив на одной площадке представителей новомодного направления со всего Союза. В свою очередь, на сломе эпох в северной столице образовалась и первая отечественная хип-хоп-команда «Черно-белые». Чуть позднее и «Bad Balance», а позже и «Мистер Малой». Буду погибать молодым! Кроме же рокерских и хип-хоп мероприятий, в Ленинградском дворце молодежи регулярно устраивались и рядовые дискотеки. Еще в 80-х здесь сложилось свое устоявшееся сообщество любителей танцевальной музыки. Стекались сюда молодые люди из самых разных уголков Петербурга. Уже в 90-х дискотеки здесь продолжались, лишь несколько обновился песенный репертуар. С заботой о подрастающем поколении прямо во время дискотек периодически устраивались и своеобразные профилактические мероприятия, во время которых подрастающему поколению даже раздавали бесплатные презервативы и информационные брошюры об опасностях, что таит в себе незащищенный секс. О! Вот оно! Лучшее средство для безопасного секса. Вот это зачем? Как зачем? Пока ты будешь с кукуевскими-то девками общаться, это чтоб от кукуевских парней отмахиваться, ага! На севере Аптекарского острова на территориях в более чем 5 гектаров раскинулся Лопухинский сад. Когда-то пейзажный парк был и того больше в размерах и окружал усадьбу светлейшего князя Петра Васильевича Лопухина. Позднее он принадлежал и крупному лесоторговцу Громову, здесь до сей поры сохранилась его деревянная двухэтажная дача. Однако изначально, спустя всего 14 лет после основания города, этот еще значительно удаленный и уединенный участок был пожалован в пользование сибирскому губернатору князю Матвею Гагарину. Но ненадолго, не прошло и 10 лет, как последнего арестовали, судили и вскоре повесили. 20 батагов. 20! А после замздоимства вздернусь в крепости. С другой стороны, есть повод считать, что не одно лишь даже и столь крупное по масштабу лихоимство было причиной казни столь влиятельного сановника. Ну, мало ли что ли было прочих куда более явных мздоимцев в окружении Петра. 2 600 000 рублев. Врут. Столько не брал. 1 500 000 не больше будет. Ей-ей, Минхер. Некоторые полагали, что истинная причина столь сурового наказания – сепаратизм, попытка Гагарина отделить Сибирь от России, объявить ее независимость и самолично встать во главе самопровозглашенного государства. Как бы то ни было, тело казненного, по некоторым данным, еще несколько лет возили по Петербургу с места на место и в назидание выставляли на всеобщее обозрение. Сталину бы понравилось. Доминанта Аптекарского острова, как и все округи, Санкт-Петербургская телебашня, высота которой более 300 метров. В свое время высотное сооружение не имело аналогов по ряду технических показателей ни у себя на родине, ни за рубежом. Монтаж стальной конструкции был закончен к концу 62 года, и на протяжении 55 лет телевизионная башня являлась высочайшим инженерным сооружением города, пока в 2017-м пальму первенства у нее не перенял Лахтинский небоскреб. Художественная подсветка на телебашне появилась в 2002 году. Затем в 2008 иллюминацию обновили, а после реставрации в 2019 вернули вновь. Строительство аппаратно-студийного комплекса Ленинградского телевидения завершилось на год позже башни, в 63-м. Телевидение на протяжении десятилетий играло, конечно, важную роль в жизни общества. Однако с наступлением 90-х, как минимум дважды улица Чапыгина, где расположен телецентр, превращалась и в арену настоящего политического противостояния. Так, еще в августе 91-го неравнодушные граждане возводили здесь, на пересечении Чапыгина с Каменноостровским проспектом, баррикады, дабы не допустить захвата стратегического объекта силами сторонников ГКЧП. Ленинградское телевидение в те дни, отмечу, было единственным в стране, которому удалось выпустить в эфир передачу, направленную против комитета по чрезвычайному положению.
осенью 1993-го же, пока в столице Москве штурмовали Останкино, а лояльные президенту танки расстреливали здание Дома Советов, в Петербурге бронетехника и ОМОНовцы на всякий случай заняли помещения и подступы к телецентру. Неудивительно, что позднее территорию на улице Чапыгина и вовсе обнесли металлическим забором, во избежание, надо полагать, новых эксцессов во время будущих путчей и революций. В сентябре 96 года петербуржцы узнали, наконец, и вкус заграничной булочки с котлетой от Макдональдс. У станции метро Петроградская на Каменноостровском проспекте открыли первую в городе точку этой сети. Располагается она здесь и поныне. Но еще до Макдональдса на Каменноостровском два года как предлагал сытный перекус и другой фастфуд. Легендарный финский Карлс. Если же откатиться во времени еще дальше, надо заметить, что первым фастфудом в городе стали уличные вагончики финской компании Polar. Но вернемся к Макдональдсу. Первой в Советском Союзе их дислокацией стала Пушкинская площадь в Москве. Вы наверняка видели кадры с того открытия, запоминающиеся своей невероятно растянувшейся очередью. А так как в Петербурге первый Макдак распахнул свои двери на Петроградке спустя целых 6 лет, подобного ажиотажа уже, конечно, не наблюдалось. Очередь хоть и была, однако куда меньше московской, и даже не такой возбужденной, как, скажем, при открытии первых подобных заведений сети, уже в нашей с вами современности. Единственное, что тогда осенью 96-го внесло некоторую сумятицу в общественный порядок при торжественном открытии фастфуда, так это акция членов запрещенной ныне в России национал-большевистской партии, призывавших не поддаваться на капиталистические соблазны и бойкотировать заведение ненавистного американского общепита. А американцы — это америкосы гребаные, извини за выражение, пошел я, спасибо. Заведение, открывшееся на Каменноостровском в 96-м, как я уже и сказал, функционирует и сегодня. А следующим по счету в Петербурге уже через месяц стал Макдональдс, открытый у станции метро Сенная. Его открытие прошло уже и вовсе без какой-то особенной помпы. И очереди из петербуржцев, желающих первыми отведать заветный маковский гамбургер. Но то появившийся уже в 90-х заграничный фастфуд. А как же общепит наш, родной, отечественный? Русский? Советский. По сути, советский общепит — один из ключевых элементов ностальгии по ушедшей эпохе СССР. Ведь с ним связаны самые приятные воспоминания. Там выпивали пиво и еще чего покрепче, завтракали, обедали, ужинали, ходили на свидания, лакомились десертами дети, отдыхали вечером выходного дня взрослые. Множество точек общественного питания самой разной специфики существовало, конечно же, и на Петроградке. Потому и мы не обошли некоторые из них вниманием во время нашей сегодняшней прогулки. Большая часть из них, разумеется, давно перестала существовать и сохранилась лишь в воспоминаниях старожилов. Как, например, кафе-стекляшка «Рим», закрывшееся еще в перестройку, на месте которого сегодня располагается отделение Сбербанка. Или чебуречная на Большом проспекте, легендарная хотя бы потому, что оставалась одной из старейших в городе. Ее не стало сравнительно недавно. Так что, если захотите отведать на Петроградке чебуреков, придется посетить сетевую Брынзу. Однако ожидать того самого ленинградского вкуса в таком случае не стоит. Еще одно культовое кафе «Снежинка» на Малом проспекте Петроградской стороны. На сегодняшний день также закрыто то ли на ремонт, то ли навсегда. Вопреки всему, некоторые места сохранились на Петроградке и до наших дней. Одно из них – рыбный ресторан русской кухни «Демьянова уха», что на Кронверском проспекте, появившийся здесь еще в конце 70-х. А в Александровском парке, после нескольких переоткрытий в возведенном еще до революции интересного вида сооружении, вновь функционирует кафетерий. Называют его по старинке и бункером, и норой, но чаще гротом. Именно так заведение именовалось еще в конце 90-х, когда, кстати, и приобрело не самую приятную репутацию. Говоря о криминальных страницах жизни Петроградки, нельзя не вспомнить 90-е, а за ними и нулевые, когда по городу прокатилась волна громких заказных убийств. То был крупнейший в истории Новой России передел собственности и сфер влияния. Исполнители, а также организаторы и заказчики тех в свое время громких преступлений по большей части официально не найдены до сих пор. Однако существует множество довольно любопытных догадок на этот счет и независимых журналистских расследований, после ознакомления с которыми складывается устойчивое ощущение, что наступившая после лихих 90-х в стране стабильность – лишь результат победы одной из таких ОПГ среди обильного разнообразия себе подобных.
Бурные 90-е были временем стремительных перемен и смелых, неординарных людей. Свой кусок пирога в ту пору урвать стремились и игроки помельче. По этому поводу в городе также палили по делу и без. Бывало, что и в людных местах, но чаще в специально для того отведенных. Такие укромные площадки часто нарекали романтичным «кричи, не кричи». И подобных мест в разных районах города было несколько. А далеко не одна лишь западная конечность Елагина острова, упомянутая авторитетом-антибиотиком в бандитском Петербурге. У парка Цапикио. Знаешь такое местечко? Кричи, не кричи. Так и с экрана телевизора, и из дверей парадной криминал все настойчивее просачивался в жизнь рядовых граждан, отравляя своим влиянием и нормы их поведения, пристрастия и музыкальные вкусы, а также и повседневную речь. Гриша, где вы научились такой фене? Существует любопытная гипотеза происхождения жаргонного словечка «Лох!», имеет которое, согласно ей, именно ленинградские корни. Суть в том, что советские автомобильные номера в ту пору индексировались не числовым, как это принято сегодня, а буквенным кодом. И те из них, что были зарегистрированы в Ленинградской области, отмечались характерным трехбуквием, изначально еще не носившим какого-то негативного оттенка. Якобы, когда на ленинградских рынках для купли-продажи появлялись крестьяне из Ленобласти, нечистые на руку горожане стремились их каким-либо образом обмануть, а определить приезжего помогало именно буквосочетание «лох» на номерном знаке автомобиля. Хоть в подобную версию происхождения данного жаргонизма, настолько глубоко проникшего в обиходную речь самих обывателей, верится, конечно, с трудом. Ты лошара! Чмордяина! Ой, ё-моё! Один из парадных символов петроградской страны – доходный дом Розенштейна, он же дом с башнями. В советское время на первом этаже здания располагался кинотеатр, с годами менялись лишь его названия. Сегодня же там театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Неподалеку располагается и станция петербургского метрополитена Петроградская, а потому здешняя площадь Льва Толстого, ко всему прочему, и место пересечения основных транспортных артерий острова – одно из наиболее оживленных мест всей петроградской страны. Кстати, о метро. Кроме Петроградской, остров включает в себя еще три станции метрополитена, каждая из которых отличается своими неповторимыми особенностями. Например, надземный вестибюль Горьковской конструктивно напоминает летающую тарелку, особенно в темное время суток, когда включена подсветка. Название же станции, как нетрудно догадаться, досталось ей в честь отечественного писателя Максима Пешкова Горького, памятник которому также располагается рядом. Строительство участка линии Чкаловская спортивная выпало на начало рынка, инфляции и отсутствие в федеральном бюджете средств на такие местные радости, как метро. Потому их открытие в 97-м воспринималось как весьма и весьма значимое событие в жизни Петербурга. Чкаловская получила свое имя в честь советского летчика-испытателя, бюст которому установлен у ее входа. Валерий Чкалов был героем Советского Союза, личностью слыл бесстрашной, героической, да и с самим Сталиным, как любят некоторые уверять, не стеснялся общаться на «ты». Здравствуй, Иосиф. Что до спортивной, в ее названии отсылка к расположенным в шаговой доступности объектам – Дворцу спорта «Юбилейный» и Петровскому стадиону. Кстати, именно в 97-м, в год открытия станции, Петербург окончательно распрощался с надеждой стать местом проведения игр летней Олимпиады 2004 года. А до того, всю середину 90-х, Петербург отчаянно желал заполучить это право. Кроме международного престижа, рассчитывали таким образом и немного денег в казну города заработать. Однако одного желания оказалось недостаточно. И да, напомню, что если фильм «Брат» Алексея Балабанова – прекрасный наглядный путеводитель по Петербургу середины 90-х, в кадре частенько проскакивают и локации петроградской страны, то внешний облик Петербурга нулевых сполна отображен в ленте 2008 года «Питер-ФМ». Петроградка – истинный рай для оценителей архитектуры, благодаря множеству зданий, возведенных в стиле модерн. С замысловатыми формами окон, дверей и башенок, декорированных всевозможными скульптурами и узорами.
отдельный разговор дворики петроградской стороны. Некоторые из них, без преувеличения, просто очаровательны. В наших прошлых прогулках мы уже сталкивались с тем, что некоторые петербуржцы предпочитают огораживать территории своих дворов от взоров любопытствующих. Так что спешите, пока еще можете, ведь отгорожено от мира пока далеко не все. И еще есть шанс некоторыми из них насладиться воочию. Существуют, кстати, даже специализированные карты проходных дворов Петроградки. Рекомендуем ознакомиться для составления собственной увлекательной прогулки. Встречаются здесь и архитектурные шедевры советского конструктивизма. Один из них – первый жилой дом Линсовета на Карповке, построенный для партийной номенклатурной элиты города. В одной из его квартир, кстати, прятались сестры Диана и Света из единственной законченной режиссерской работы Сергея Бодрова-младшего. Памятником архитектуры эпохи конструктивизма является и широко раскинувшийся на Каменноостровском проспекте Дворец культуры имени Ленсовета. Возводить его начали еще в 30-х годах прошлого века на месте существовавшего еще до революции гиганта своего времени Спортинг Палоса. В советскую пору в здании располагались многочисленные кружки, студии, лекционные залы, библиотека, театральный зал, кинотеатр и зимний сад. Не закрывал свои двери дворец даже во время блокады. И так как в позднесоветское время дворец стал местом проведения рок-концертов, а название его прекрасно рифмовалось со словом «лето», то упомянул его и Майк Науменков, посвященный другу Виктору Цою знаменитой песни. Лето, сегодня сейшн в Ленсовета, там будет то и будет это, а не сходить ли мне туда, да-да-да. Один из квартирников с участием обоих музыкантов, вошедший в историю как сейшн на Петроградской, проходил в январе 84 года в доходном доме Шрётера, что располагается на пересечении Зоологического переулка и проспекта Добролюбова. Осенью этого года запись того домашнего концерта была выпущена и в цифровом формате. В нашей прошлой видеопрогулке по Петроградской стороне мы уже рассказывали про легендарную Камчатку, бывшую угольную котельную, в которой некогда работал Виктор Цой. Однако, чего бы не заглянуть в знаменитый двор 15-го дома по улице Блохина снова. Со времени нашей последней встречи здесь изменилось немногое, разве что к 30-летней годовщине гибели лидера кино в августе прошлого года здесь появилось 4-метровое панно с его изображением. За основу была взята фотография, сделанная у входа в эту самую котельную, когда Виктор был еще здесь трудоустроен. А вот граффити на торце 15-го дома, наоборот, коммунальщики закрасили спустя всего пару дней после той самой годовщины, по жалобе одной из местных жительниц. После трагической гибели музыканта в августе 90-го года в ту пору еще Ленинграде началось настоящее паломничество поклонников его творчества. В город прибывали и жители из других городов страны и даже СНГ. И продолжалось это далеко не один год. Часть киноманов практически проживала на Богословском кладбище, где находится могила Виктора Цоя. Кроме того, многие из них проводили почти все свое время и здесь, у стен знаменитой Камчатки. Почти сразу, по аналогии с хорошо всем известной московской стеной Цоя на Арбате, стены на Блохина также украсились надписями и рукописными портретами кумира. Сразу после смерти Цоя и огромная куча угля, неизменно располагавшаяся у стен некогда бывшей здесь котельной, была растащена на сувениры. Качественный состав контингента паломников через некоторое время сильно изменился, в далеко не лучшую сторону, и для многих причастность к творческому наследию Виктора Цоя стала лишь формальным поводом для ежедневных возлияний. Самое время пойти в магазин. Точно сказать сложно, как к подобной публике, называющей себя истинными киноманами, отнесся бы сам Виктор Робертович, которого, тем не менее, некоторые и самого считали панком еще в самом начале 80-х. Девяностые стали временем настоящего расцвета музыкальных субкультур. Рэперы и хопперы, кислотники и рейверы, альтернативщики и готы, ну и, конечно же, панки и металлисты. Металлисты хреновы. Я металлист. Я всю жизнь с металлом. Подобное субкультурное разнообразие среди молодежи, а неизбежность темы и антагонизм одних с другими, привели к тому, что один из стандартных вопросов, которые задавали незнакомцу на улице, дополнился и другим. Постепенно границы музыкальных жанров смешивались между собой, а там со временем и субкультуры как таковые сошли на нет.
Отечественная рейв-культура начала зарождаться еще в Ленинграде в конце 80-х. Одними из зачинателей нового течения стали будущий основатель Петербургской новой академии изящных искусств Тимур Новиков, художник Сергей Африка Бугаев, хорошо известный по роли Бананана Вася, и Георгий Густав Гурьянов, на тот момент ударник группы Кино. В 1990-м в одном из сквотов, самовольно занятом помещении расселенного дома по адресу набережная Фонтанки 145, художники и музыканты начали проводить первые вечеринки с новомодной танцевальной музыкой. И хоть первый крупный фестиваль рейва прошел в 91-м в Москве, проводился он все же под впечатлением и не без прямого участия петербургской братии. А о чем поют? А тебе не один хер, кайфово поют. В самом Петербурге, в свою очередь, в самом начале 90-х начали появляться и полноценные клубы. В ночь с пятницы на субботу 7 мая 93 года первым из них распахнул свои двери легендарный Тоннель, переоборудованное под нужды рейва бомбоубежище на месте современного сквера имени Виктора Цоя. Клуб позднее был закрыт. Такое решение было вынесено на основании постановления Федерального арбитражного суда. Виной всему, конечно же, запрещенные допинги, которым, что не секрет, частенько бодрится контингент подобного рода заведений. Но был ли в этом смысле Тоннель чем-то из ряда вон выходящим? По словам его владельцев, нет, а правоохранители и СМИ искусственно создали клубу репутацию наркотической мекки Петербурга. Никому не советую никогда в жизни. Не употребляйте наркотики никогда в жизни. Что до танцевальной культуры Петербурга, вещь эта, конечно, очень интересная, заслуживающая отдельного, куда более внимательного разбора. Крупные рейв-фестивали, проводившиеся в павильонах Ленфильма, а с начала нулевых и на территории кронштадтского чумного форта, формировавшийся еще в 90-х феномен самобытных ЛГБТ-вечеринок в городе, своеобразные петербургские детскотеки во Дворце культуры работников связи на Мойке. Но ко всему этому мы по возможности еще будем возвращаться во время наших будущих прогулок. Кто бывал у Горьковской, наверняка видел симпатичные минареты соборной мечети Петербурга. Этот культовый объект появился здесь еще в начале 20 века. В наше время расположение в этой части Петроградки мечети поспособствовало тому, что в округе появилось и множество заведений, рассчитанных на ее прихожан, последователей ислама. К примеру, здесь раньше располагалась первая в городе халяльная аптека. Помнится, при моем ее посещении несколько лет назад пожилого вида аптекарь, взглянув на мою бороду, с улыбкой спросил, не собираюсь ли я чего-нибудь случайно взорвать. Лучшая шутка субботы. Недели. Кроме того, и мусульманский магазин с соответствующими товарами, ну и, конечно же, халяльный общепит. Чуть подальше, если направиться от мечети к метро, раньше также сворачивали халяльную шаверму. Однако эта точка закрылась. Возможно, виной тому вот такие появившиеся в свое время предупреждения, гласившие, что тамошние сирийцы под видом халяльной подают харамную еду. Правда это была или происки конкурентов, точно сказать не могу. Попасть внутрь соборной мечети не мусульманину, кстати, не так-то и просто. Посещение возможно лишь экскурсионное по предварительной записи. Заявку я в свою очередь отправил, однако ни хоть какого-то ответа, ни привета так и не получил. Не знаю как вам, но мне подобная закрытость кажется странной, что ли. Ведь привычно уже, что беспрепятственно любой, даже из праздного любопытства, может заглянуть и в православный храм, и, к примеру, в лютеранскую церковь, или даже храм буддистский. Впрочем, оставим это на совести мусульман петроградской страны и двинемся дальше. Ленфильм, старейшая киностудия России, ведет свою историю с марта 1914 года, а еще раньше, в мае 1896, по этому адресу состоялся и первый в стране кинопоказ для широкой публики фильмов «Братьев Люмьер». Здесь, однако, я уже бывал и раньше, в том числе, когда участвовал в съемках отечественного кино актером массовых сцен. Хвастать здесь точно нечем. Проекты, в которых довелось принять участие, в большинстве своем были далеко не самого высокого уровня. Что с ней? Она рожает. Привезли в ближайшую больницу. Хреновые ее дела. А у ребенка еще хуже. И если в одном из таких сериалов удалось хотя бы на несколько секунд посветить лицом в эфире главного телеканала страны, в другом проекте, что звался «Троцкий», сцену, в которой я участвовал и которую снимали целый божий день, в конечном итоге попросту вырезали. Монтаж.
В общем-то, заглянуть на Ленфильм лишним может и не будет, а вот записываться на платную экскурсию мы, честно скажу, не стали. Как-то не особо впечатлило то, что на ней обещали показать. Кроме того, и снимать на видео во время экскурсии можно далеко не везде. Словом, тут уж вы решаете сами, идти на экскурсию или нет. Что касаемо самой экскурсии, сказать, что мне прям вау, офигенно, как понравилось, я не могу. Пошла бы я туда еще раз, я бы сказала нет. Шестиэтажный доходный дом Лишневского на Лахтинской улице, исполненный в стиле модерна, чаще именуют домом с Мефистофелем. Речь идет про горельеф, украшавший некогда тимпан его фронтона, прославившийся на весь Петербург. Началась неприятная история с того, что напротив доходного дома решили возвести храм святой блаженной Ксении Петербургской на участке, где она якобы когда-то проживала. Брать во внимание протесты жителей квартала по этому поводу мы не будем, а вот недовольство некоторых верующих активистов тем, что храм теперь будет соседствовать с сатанинским изображением, отметим. Ну а 27 августа 2015 года горельеф с улыбающимся Мефистофелем, взирающий на стройплощадку, загадочным образом исчез. Неудивительно, что первым делом виновными в произошедшем общественность посчитала представителей христианской общины, уже выражавших недовольство изображением, восхвалявшего, на их взгляд, нечистую силу. Зачем вы славите дьявола? Позже ответственность за инцидент взяла на себя некая анонимная организация «Казаки Петербурга». Люди, представившиеся ими, правда, решили не показывать своих лиц и не называть имен. В конечном счете выяснилось, что в спецоперации по уничтожению горельефа участвовала целая цепочка граждан. К примеру, один богобоязненный, а в то же время безработный бизнесмен посчитал, что улыбающийся демон на стене Петроградского дома, аккуратно против храма новостроя, в любой момент может свалиться на головы прохожих, потому он не пожалел заплатить несколько тысяч рублей знакомому промышленному альпинисту, который, вооружившись ломом, попытался как можно аккуратнее отделить горельеф от стены, но не рассчитал сил, и тот, полетев вниз, разбился. В то же время где-то на улице случайно оказался и депутат-единорос, который с помощью знакомого убрал и вывез с тротуара каменные осколки. В итоге бизнесмен компенсировал ущерб на сумму 600 тысяч рублей, и правоохранители никого к ответственности за случившееся не привлекли, ведь все участники этой истории оказались на удивление добропорядочными гражданами. Такого случая в истории уголовной России еще не было. Какого именно? А что в одном месте собрались сразу 6 мудаков. Другое дело, что и сегодня, спустя более 5 лет, новый Мефистофель никак не может занять место старого. Функционеры, имеющие возможность вернуть на место один из многолетних символов петроградской страны, было бы желание, поохали, поахали, осудили произошедший вандализм, но дело с мертвой точки так до сих пор и не сдвинули. Увидали, осудили, потриндели, махнули, покурили и все. И все-то. Такой получилась наша сегодняшняя прогулка. Надеюсь, она вас не утомила. Должен искренне поблагодарить ребят, подсказавших мне в Инстаграме локации для наших сегодняшних съемок. А заодно зову заглянуть туда и вас. Может, кто подскажет, что интересное к посещению в местах нашей следующей прогулки, пройдет которая на юго-западе Петербурга. До скорой встречи там, друзья!